Однажды мама с папой привезли котят в гости к бабушке. Сегодня мы будем играть с тобой весь день, да? Обязательно поиграем, но сначала мне надо поработать в саду и позаботиться о своем урожае. Я знаю, что надо делать. Давайте поможем бабушке. Тогда она быстрее закончит работу, и мы скорее начнем играть.